От удивления отвисла челюсть у героев программы «Квартирный вопрос». Правда, удивились они не отлично сделанному ремонту, а как раз наоборот. Дизайн спальни хозяев настолько не понравился им, что скрывать эмоции они не стали. Все квадратное. Но у дизайнера либо не знает понятия эргономика, либо уши заткнул чем-то сложным. Так. Да уж. Нет, вообще, да уж. А можно найти вот этого человека и в глаза ему посмотреть, а? Вот он чем слушал? Вы мне объясните. Вот объясните, пожалуйста. Вот чем он слушал? Пожелания у героев программы к новому дизайну спальни были, ну, совсем не сложные. Минимум мебели, лаконичный стиль, ведь они фанаты группы «Ария», и интерьер просили подходящий к внутреннему миру создать, то есть брутальный и мрачный. Но дизайнер решил действовать по-своему, он ведь профессионал и лучше знает, как надо. Ну, офис, это не спальня. Господа, извините, но это вообще не то, что мы просили. Вы хотели брутальности. Посмотрите на эти блоки, которые разгородили пространство. Где здесь брутальность? Покажите, пожалуйста. Ну, значит, у нас разные представления о брутальности. Вообще разные. Зеркало в спальне стоит напротив кактуса. Ну, ладно, меня видно чуть больше половины. Ее-то будет вот чуть выше экватора. Но вы сейчас прошли мимо... Мы прошли мимо гардеробной, мы к ней еще вернемся, там будут свои возражения. Ну, мы-то думали, будет по-другому. Разочарование от ремонта на камеру случается в подобных программах частенько. Была огромная, большая, и стала маленькая что-то. Не понравился результат ремонта актрисе Ирине Муравьевой. В 2007 году ей предложили облагородить кухню. И в итоге звезду расстроил электрический камин. Зачем он там появился? Да и вообще весь дизайн по душе не пришелся. Поэтому телестроителям после эфира пришлось кухню переделывать. На этот раз без сюрпризов. Так, как хотела хозяйка.